Ну все, дружище, давай-ка возвращаться на корабль. Оу, стоп, машина. Че? У красавчика Чарли появилось тут еще одно небольшое дельце. Умею ли я? Эй, дай четвертак. Зачем? Хочу узнать будущее. Поехали. Рассказывай, что меня ждет. Не ты Джесси Пай. Йо-Иван-Ма. Ну, когда мне повезет по-крупному, чтобы прямо роскошь и богатство? Ну, на рыбу похоже. Ни дацайфу кэнэн лайцзэ рэнхэ фангсян. Данши 当这样的风吹来，死亡和厄运肯定会随之而来。 Что? Это как? Что это значит? Это как понимать? Какого черта, а? Отойди. Дай мне попробовать. Да ну. А силенок хватит? 你能比你的朋友打得更好吗，勇士？ В драке? А то. Дай четвертак. Тогда открой счет. Сейчас попробую. Have a nice day. Эй, Чак, нам на корабль пора. А то окажемся за бортом. Погоди, хочу еще один вопрос задать. Слушай, нам правда пора.
业。Привет, Чарли. Как отдыхается? Да выпустите меня отсюда. Что там творится? Вроде самолет и выстрелы. Я тоже. Я еще видел труп. Что? В лазарете. Что-то не так. Давай выбираться.
Что это было? Эй, Чарли, сюда! Твою мать! Не говори. Какое-то безумие. Еще покойник. Кому-то повезло. А, да ладно, Бакли. Я недавно видел его в столовой. Он был здоров, как бык. Вот бедняга. Чак, видишь там пацана? Нет. Ты в порядке? Чарли, иди сюда! Сюда. Только не это. Чарли!
есть там кто-нибудь? Где все? Меня кто-нибудь слышит? Да, ну давай же! Давай же, черт возьми! Это что за хрень? Это вы. Приветствую. В моем хранилище. Я хранитель. Хранитель историй. История о любви и злобе, жадности и красоте, жизни и смерти. Таких историй, как эта. Я здесь, чтобы записать то, что вы расскажете. Эта история еще не дописана, и ваши действия определят ее финал. Вам решать, будут ли жить те, с кем вы столкнетесь, или же их жизни угаснут. Безвременно. Мы принимаем решения, руководствуясь своим моральным компасом. И с этими решениями мы живем или умираем из-за них. Но не стоит бояться смерти, она ведь неизбежна. Такова плата за прожитую жизнь. Рано или поздно ее отдает каждый. Но никому не хочется платить раньше срока, правда? Как и в жизни, у действий будут последствия. Ваш выбор непременно будет влиять на других. Я буду наблюдать за вашими успехами. Не вмешиваться нет, но если попросите, смогу давать вам подсказки. Первую дарю.
В этом мире есть картины, которые покажут вам возможное будущее. Сумейте найти и изучить их, и они помогут вам принять лучшее решение. Или, точнее, решение, которое приведет к нужному вам результату. Я прощаюсь, но скоро мы встретимся снова. У нас будет возможность обсудить ваши выдающиеся достижения или ошибки, которые вы совершите. Думаешь, хватит? Если не хватит, вызовем подкрепление. Слушай, я там еще ни разу не был. Черт. В океане. Не нырял. Ты мог бы показать, как это делается? Ты серьезно? Ну, да. В смысле, ты серьезно не взял ни одного урока по дайвингу? В общем, да. Я хотел, но не вышло. Времени не было, я все лето работал. А, понятно, понятно. Эй, ты че? Ты хоть знаешь, сколько эта камера стоит? Брата, полегче. Что? Джулия и Конрад, они, ну это, как сказать, капец богатые. И? Париться из-за мелочей не круто. Не хочу жалеть, что взял тебя. Что? Взял меня? Серьезно? Меня же пригласили. Джулия пригласила тебя? Да ну. Джулия? Ага, она хотела тебя видеть. А я хотел показать ей, как ты крут. А ты не крут. Будь крутым. Сечешь? Так, амиго, встречай кавалерию. Круто. Извини, что сорвался, просто... Учеба в меди – сплошной стресс. Да неужели? И еще мы давно не виделись с Джулией. Сам понимаешь. Две недели – это давно? А? Ха, да. Кто б сомневался. Что? Конрад боится, что пива не хватит. А, это, пожалуй, лучше куда-нибудь припрятать. Точно. Эй! Слушай, можно тебя кое о чем спросить? Что такое? Да просто... Я тут пытаюсь принять одно важное решение. Не бросить ли мединститут? Нет, но... Ну, это тоже очень важный вопрос, понимаешь? Сложно сделать правильный выбор. А ты точно готов? Подумай еще. Взвесь, какие есть за и против. Привет! Пардон. Конни, это Алекс. Привет. Чё, как? Конрад. Берегись, сестренка. Здесь дамский угодник. Рад встрече, Конрад. А это, кстати, Брэд. Братишка. Привет. Брэдли! Мы будто знакомы, я столько о тебе слышала. Ну да, аналогично. Скучал? Чувак, давай по пиву, что ли? Каждую секунду. Ха. Прошло слишком много секунд, ковбой. Девушки не любят, когда... Да, круто. Супер. Я люблю пиво. Прости, малыш.
Ты, брат, птица высокого помета. Полета. Не занудствуй. Раньше уже погружался? Вообще нет. Сегодня я впервые нырнул. Первый раз? Круто! Эй, это будет не больно. Обещаю. Я буду нежен. И где капитан этого корыта? Предложила бы вам располагаться как дома, но вижу... Все на борту и готовы отправляться в море? Ну, если ты предлагаешь... Держи в себе. Да, ага. Ты, может, хочешь прилечь? Да. Пожалуй, надо бы. Да уж. Посмотрим, что там есть. Может быть, вот здесь? Далековато от курса. Я думал про запасные точки, если на камере ничего не окажется. Я раньше не слышала про рек, который вы ищете. Обычно в таких местах полно дайверов. Да. Этот не такой. Просто если будет поздно, можете в других местах погрузиться. Я знаю крутые точки. Брэд все рассчитал. Если он говорит, что рек там, он там. Нет, ну решать тебе. Но знай, вечно солнце светить не будет. Пойду помогу Конраду и Джулии с камерой. Что у вас? Вы только полюбуйтесь. Выходит, Брэд все правильно рассчитал. Я в нем и не сомневался. Он молодец. Здорово помог. Флис, мы нашли самолет! Да? Да, времен Второй мировой. Мы готовы нырять. По правилам, мы должны сообщить о нем портовым властям. Он не зарегистрирован. Ага, по правилам. Точно не хотите сделать все по закону? То есть, ты предлагаешь не погружаться? Полагается. Мы что, в детском саду? Я предупредила. Да если мы просто посмотрим, кто узнает? Ладно, только давайте быстро. И ничего там не трогайте. А что, не дождусь, когда можно будет нырнуть. Я буду первой, представляете? Еще немного, и можно будет вас запускать. Я подготовлю баллоны. Парни осмотрят снаряжение. Ты проверь камеру, вдруг увидишь что-то полезное. Окей. Эй, проверь, как там твой брат? Что это вообще такое? Чё как? Как дела? Извини, это пиво меня подкосило. Блин, братишка,
Научись ты уже пить нормально. Отвали. Ты же сам мне посоветовал подружиться с Конрадом. Напившись в стельку. Серьезно. Ладно, ладно. Иди покоряй моря. Я пока отдохну. Похоже, Джулия взяла с собой все. Если б не цена, запах и запах. Но она счастлива. Привет. У нас тут правила не просто так придумывают. Вам стоило бы об этом помнить. Флис, мы заплатили кучу денег за это конкретное погружение в этом конкретном месте. Каждый раз, когда я выхожу в море с такими, как вы, это происходит. Никакого уважения к чужим обычаям. В этих правилах нет ни одного случайного пункта. Сколько на твоем счету погружений такого рода? Достаточно. А если в цифрах? Правила успел выучить. Что-то сомневаюсь. В конце концов, это может быть солдатская могила. Тревожить ее незаконно и аморально. Да ладно. Тут кроме нас никого нет. Кто узнает-то? Поймите, наш маршрут зарегистрирован. Если кто-то увидит, что в самолете были дайверы, нас тут же вычислят. Особенно, если в сети появятся сувениры. Знаешь что? Я вас не держу. Просто соблюдайте там правила. И постарайтесь, пожалуйста, не подставлять мою задницу. Что-то тут не то. В хвосте есть небольшая дыра. Посмотри. Мальчики, баллоны готовы. Баллоны готовы.
Так, в общем, это ребризер. Он гораздо круче обычного акваланга. Он берет весь углекислый газ, который ты обычно выдыхаешь в воду, и быстро рециркулирует его. И он снижает время декомпрессии при подъеме. Классная штука. Итак, кислород проверила. Эй, полегче, торопыга. Сперва кислород проверь. А ты хороша. Я бы взял тебя под воду. Алло. Ты вообще-то про мою сестру говоришь. Да ты что? Ну ладно, рыбки, ныряйте, а я посмотрю, чем занята Флейс. Веди себя хорошо. Капитан, вам сообщи. Палка у меня. Да, я это все, вижу. Все, детишки. Ха-ха. Можно нырять. Пользовалась такой? Против Только акулы? Не забывайте Нет. о правилах, пожалуйста. Может, включим ее сегодня ночью, когда будем погружение праздновать? А ты свою палку возьмешь? Моя палка буквально пронзит палубу. Что Флис зануда. Она думает, мы будем грабить самолет? Эй, сувенир, это круто. Из-за одной вещицы никто не пострадает. Я никому не скажу. Ха, но вряд ли Рэг проверяют каждый день. Вон, силуэт. Это он. Ух ты! А он гораздо больше, чем я думала. Черт. Еще и нетронутый. Это же охренеть, какая находка! Давай поплаваем, поищем вход. Ну, капитан, как насчет пьянты со старпомом? С кем? С каких пор ты старпом? Молотком? Нет. Пылкий юнга? Все равно нет. Твой щедрый красавчик-клиент просит тебя составить ему компанию за бутылочкой ледяного пива. Бас, мне пока что надо следить за твоими друзьями. Красивый у тебя корабль. А деньги откуда? Ты в курсе, что невежливо спрашивать девушку о деньгах? Есть такое. Я просто сам подумывал яхту купить. Думал, может, ты расскажешь мне что да как. Извини, у меня сейчас и без тебя дел хватает. А, знаешь что, я лучше позабочусь, чтобы Дюк оф Милан вел себя хорошо. Да, капитан. Погода ясная. Дюк оф Милан. 20 миль к северу от берега. Прием. Слышу вас. Чем помочь? Прием. Запрашиваю прогноз для моего района. Прием. На вас с северо-запада идет сильный атмосферный фронт. Гром, молния, ветер в 21 узел. Будьте внимательны.
Мы свяжемся с вами после. Прием. Спасибо. Тогда до встречи завтра. Джулия, это Дюк. Алекс, это Дюк. Ну чё, как дела? Следи за погружением. Я осмотрю яхту. Как прикажете. Я серьезно. Это тебе не шуточки, Конрад. Или делай нормально, или не берись. О, ладно. Я понял. Серьезно. Хорошо быть мажором. Стоит пожелать, и ты уже в отпуске. Плевать на все. Как ты тут? Мучаюсь из-за пива. Чувствую себя лузером. На будущее полегче с выпивкой. В открытом море пить опасно, так и до беды недалеко. Принято. Надеюсь, нашим голубкам нравится под водой. Надеюсь, они все-таки знают, что делают. На глубине в 20 метров это важно. Алекс любит подурачиться, но на дайвера он учился серьезно. А где еще они погружались? Я по их заказу решила, что они новички. У Алекса и Джулии много погружений, а я любитель. Но я готов. Пора на палубу. Увидимся. Чем я их тут держу? Флис, смотри, там лодка. Чё им нужно? Рыбаки, судя по лодке. Что нам теперь делать? Что-то тут не то. Ты сейчас не лезь и лучше помалкивай. Понял? Парни, лучше сделайте крюк, у нас внизу дайверы!
нам лодку повредили, видели? Посмотрите. Мы можем это легко уладить, не волнуйся. Что скажешь, баксов 10 хватит? О, понял, виноват. Пусть будет 20. Ай, ну блин, хочешь сказать 30? Можно и 30? Вижу, с вами не поторгуешься. Лады, вот, держите. Я иду ва-банк. Конрад сказал, на одном из кадров виден проход. Конрад? Правда? Правда. Задняя турель. Ха, молодец, Конни. Турель, мы пролезем здесь. Тут опасно. А пропустишь даму? Минутку, я хочу сказать. Офигеть, Алекс, ну мы крутые. Мы это сделали. Мечта сбылась. Ну все, не будем тратить время. Вперед, к открытиям. Смотри, бомбодержатели переделали под шлюпки. Интересно. Одной шлюпки не хватает. Кто-то уплыл. Посмотрим, что еще тут осталось. Следы пуль по всему фюзеляжу. Брэд обалдеет, когда это увидит. Ты слышал? Давай проверим. А! Ой!
Океан стал мокрее. Не самый плохой исход. Ох. Пилот и второй пилот. Наверное. В авиакатастрофе мне бы умереть не хотелось. Осторожней. Он уже очень давно тут лежит. Да-да-да. Джулия! Боже! Ничего больше не трогай, прошу. Боже! О! Он что-то держит. Ого! Какого черта тут случилось? Мне кажется, они знали, что им конец. Отсюда выбираться. Срочно! Господи, Алекс! Темноперая серая акула. Мы ей не интересны. Поплыли. Постой. Ладно. Я... Что с тобой? Что-то не так? Ну, я не уверен. Я хотел кое-что с тобой обсудить, но сейчас не лучшее время. Что, неужели встал важный вопрос? Да не важно. Давай уже подниматься. Эй, серьезно, что с тобой? Ничего. Ты меня пугаешь. Ну, не важно. Мне надо было молчать. Давай, нам давно пора подниматься. Плиз, говорит Джулия. Мы поднимаемся, ждите. Эй, куда там другая лодка? Стой, Джулия. Плановая декомпрессия. Эй! Черт! Что за хрень? Нам надо подниматься! Стой! Плановая декомпрессия! Ну ладно, без нее нельзя.
Господи, как же это долго, просто пытка! Еще несколько секунд. Все, можно. Давай, давай! Эй, что там у вас творится? Что здесь такое? Ничего такого. Все уже нормально. Произошел небольшой случай с нашим барбекю. Боже, а мы думали, яхта взорвалась. А что там за лодка была? Рыбаки проплывали мимо и зацепились за трос. Неважно. Пустяки. Вы лучше скажите, что-нибудь нашли? Ну, мы нашли самолет. И он гигантский. Там столько всего. К сожалению, не потревожить его нам не удалось. Как? Почему? Ну, вообще из-за троса. Все плохо? Ну, начнем с того, что кабины там больше нет. Просто не знаю, что сказать. Знакомитесь с нашими искателями приключений. Алекс и его младший брат Брэд плавают с крупной рыбой. Как бы их тут не сожрали. И Джулия – любовь всей жизни Алекса. А он ее любовь. А Конрад – храбрый парень, не так ли? Или, может быть, самоуверенный? А вот и капитан Флейс – сильная, решительная, упрямая. Похоже, на нее не действуют чары Конрада. По крайней мере, пока. Будьте уверены, вы помогли им принять решение, которое их еще порадует? Прекрасно. А самолет реально целый? Как и ожидалось. Да, он реально целый. Мы как в прошлое попали. Ух ты! Ну, то есть в такое альтернативное прошлое, в другом измерении, где все на дне морском, и вокруг рыбы, водоросли и акулы. Акулы? Простая рифовая. А я все равно испугалась. А Конрад там разве не собирался принести нам еще пиво? Ну, может, подумал, хлебну для рывка, потом напился. А как напился, так и про нас забыл. Ну и выпил все, что там было, в одно лицо. То есть подобный феномен уже наблюдался? Да, я за ним годами наблюдаю. Пойду поищу. А, мы из самолета пулю вытащили. Да? Я внизу оставила, можешь глянуть. Эй, чего ты притих? Ты как? Да я тут задумался о нашем безумном погружении. Такое не просто в голове уложить. Вот уж точно реально безумное. Моя жизнь теперь не будет прежней. Офигительно. Ну, хоть что-то тебе запомнится. Ты о чем? Ни о чем. Не ври. То пялишься на горизонт, как зомби, а теперь ноешь и ноешь. Извини. Что не так? Я просто как-то часто стал волноваться. О нас. О чем волноваться-то? Ну правда. Вообще не пойму, что на тебя нашло. Все же круто. Ладно. Да. Ты права. Пойду найду Брэда и Конрада, и Флис. Эй, а где мой брат? Или Флис? Не знаю, я как-то отвлекся. Идем поищем. Идем. Ну, и где же... Ну, волшебные врата. Чего разошелся? Уймись, надоел. Так, все, хватит с меня.
Конрад, что-то я пива не вижу. А, точно, пиво. Я уже несу. Так, раз мы все собрались, давайте рассмотрим навигационный планшет. Может, поймем, как сюда попал самолет. Где планшет? В твоей сумке. Ага, принесу. Эй. Все нормально? Ты какой-то загруженный? Не, все путем. Прости. Я так задумался. После того, что случилось, нырять нельзя. Давай я еще раз повторю для протокола. Заплывать в самолет было поступком очень рискованным и противозаконным. Окей? Но дело уже сделано, и теперь надо молчать об этом вечно. Иначе попадем в тюрьму. Ну, я буду молчать. Ну, завтра-то ныряем. Я с вами. Хочу своими глазами увидеть. Я пойду найду Джулию. Эй, куда ты пропала? Нашла планшет? А, ой, извини, я сейчас его принесу. Ага, пошли. Иди сюда, красотка. Полегче, тигр. Нас там ждут. Вот он. Кто от этого откажется? Внимание, зацените. Маньчжурское золото. Реальные затонувшие сокровища. Что скажете, Кэп? Координаты? Ну да, это координаты. Пункт назначения самолета? Сможем завтра туда дойти? Это пара часов отсюда, ну, по погоде. Ого, а еще что нашли? Этот самолет явно сбили. В нем полно пулевых отверстий. Я одну пулю из фюзеляжа вытащила. Мы видели спасательные плоты. Наверное, самолет упал, не успев их доставить. И одного не хватало. Совести у вас нет. В смысле? Я же говорила, ничего там не трогать. Ну хватит, не начинай опять. Я сейчас не про закон. Ну, мертвых? Они не сердили. Нет, вы творите, что хотите. Нельзя было там ничего трогать. Ты права. Мы были неосторожны. Мне очень жаль, что так вышло. Ладно, может. Может и жаль. Вам вообще не надо было туда спускаться. Это не к добру. Думаете, можно смело тащить оттуда, что хотите? Но у всякой вещи есть своя энергия. Вы зовете призраков с морского дна. Началось. Ха. Об этом я как-то не думал. Да ты вообще редко думаешь. Просто раньше я не слышал таких крутых страшилок. Это вам не страшилки, не развлекалочка. В океане тонут люди, их могилы надо уважать. Я согласен. Брэд, много страшилок знаешь? Ну, есть одна история, случилась прямо в этих краях. Излагай. Будем вместе бояться. Давай. Мы все уже заинтригованы. Только она довольно бредовая. Ну давай, напугай нас. Ладно, поехали. История реальная. Случилась прямо тут рядом. В очень старом маяке. Ну да, классика. Да ну, не верю. Откуда знаешь? Она была начертана на истлевших страницах древнего журнала, который я откопал в кармане самолетного кресла. Тот маяк стоял в атолле, отрезанный от внешнего мира. Луч света во тьме, отрада моряка. Смотритель слышал, как волны бьются о скалистый берег. Вдруг из тумана выходит женщина. Она вся в крови, еле бредет по берегу. Без сил она рухнула смотрителю на руки, рыдая. Он привел ее на маяк и стал расспрашивать. А мужик-то молодец. Ловко. Только об одном и думает.
А она говорит, я живу здесь, на маяке. Мои родители сейчас наверху. Внезапно. Смотритель, конечно, сказал, вовсе нет. Он много лет живет тут один. А женщина все доказывала, что ее родители наверху. И вот, они идут наверх маяка, а там, на полу, лежат мужчина и женщина, жестоко убитые топором. И тут топор. Но у кого в наше время есть топор? Рассказываю как есть, только факты. Двух человек порубили на кусочки топором. Ну да, иногда надо приукрасить факты, чтобы ярче засияла истина. Понимаю. Ладно, и кто убийца? А женщина, это все мой муж. Потом на шкаф смотрит и такая, он вон там. Ну, конечно, муж. Вот именно поэтому я замуж как-то не тороплюсь. Тогда смотритель подкрадывается к шкафу, открывает, и так и есть, внутри человек. И он глотку себе вскрыл. Смотритель в ужасе пытается разглядеть лицо мертвеца. Ближе, ближе. И видит, что это он сам. Глаза у него вылезают, и он кричит. Ужас какой! Вот это поворот! Круто! Лихо закрутил. Меня ты напугал. Здорово. Прошлый раз звучало получше, но сойдет. Ну ладно, повеселились и хватит. Надо лечь поспать, а то погода портится. Не-не-не. По стандартному морскому регламенту, перед отбоем мы обязаны выпить еще по пиву. Это что еще за регламент? Это стандартный протокол морского надзорного органа, подраздел 1099. Ага. Где ж ты его видел? В интернете. А, на сайте про в любой непонятной ситуации пей пиво. Закон есть закон, мэм. А что, хороший сайт. Рубишь фишку, друг. Не, я пас. Thank you.
Джулия, ты как? Нормально. Эй! Мимо. Эй! Пусти! Хватит! Куда уж хуже-то. Плохая новость в том, что это могут быть рыбаки, которых я взбесил. Молодец, Конрад. Отлично. Красота. А хорошая? Ну, я их узнаю. И что тут хорошего? Я думал с этого пункта начать. Боже, ну ты и кретин. Эй. Алекс, что они с нами сделают? И думать не хочу. Надо выбираться. Вот мы влипли. Давай-ка развлечемся. А не пошел бы ты нахер, дерьмо кусок. Слышь, отвали. Я смотрю, с ними прямо спелась. Брэда видел? Да. Не бойся, он прячется. Давай. Повернись. Руки не показывай. Как приведут Джулию, попробуем на них напрыгнуть. Так, идут.
Нет, ну что за хрень? Джулия, что произошло? Они спрашивали о родителях. Что? Сколько у них денег? Теперь будем ждать, что они решат с нами делать. Ну, кто-то может пробраться на катер, дать сос. Если отвлечете их, я залезу на катер. Чувак с пистолетом и не заметит, пока я не уплыву. 7 секунд. Я пролезу в окно, только сначала надо его выбить. Слишком громко. Услышит. Мы дождемся удара грома. Отлично. И я вылезу в окно и на катер. А вы пока отвлеките их. Конрад, ты смотри в оба и двигай на катер. Ладно, пошли. Point dans la gueule. Олсен! Сюда! И кто из вас мне расскажет про это маньчжурское золото? Срал свой шанс сбежать. Да, я в курсе. Так, заткнулись живо!
Просто разговаривали. Говорили? Говорите тихо. Я скажу. Флис в этом замешана. Она с ними плавает в одних водах, так? Она тут капитан, а ее не тронули. Слила им про маньчжурское золото. Они в сговоре. Ты с ума сошел? Как тебе в голову эта хрень пришла? Как ты только смеешь, мажор Чернов. Вы все заодно! Это ловушка, и ты нас подставила! Эй, мудила! Рот закрой! Тихо! Все вы! Ты! Со мной! Узнай, сколько пробиться шторм! Но только давай без глупостей, а ты сильно пожалеешь. Ясно? Дюков Милан запрашивает сводку погоды. Прием. Слышу вас, Дюк. Все нормально? Прием. Слушайте. Нас похитили. Повторяю, СОС, мы в 20 милях к северу! Ну ты какая умница. Вам это с рук не сойдет, ублюдки. Полиция вас выследит. Мечтай, океан большой. Легко потеряться. Об этом. Он может нас выручить. Про Брэда молчим. Лучше он будет там, чем с этими психами. Ну здорово. Он же может там погибнуть. Брэд взрослый. Не пропадет. Думаю, лучше ему пока не высовываться. Никто не умер. Все могло сложиться совсем иначе.
По доброте душевной, я мог бы некоторым образом предупредить вас о том, что грядет. Хотите? Отлично! Обратимся за вдохновением к поэту. Венецианский купец, акт 2, сцена 7. Принц марокканский достает свиток из глазницы черепа и читает. Не все злато, что блестит, вот что мудрость говорит. Теперь, когда напряжение достигло определенной высоты, полагаю, вы жаждете вернуться к своей истории. Но вот в чем дело. Все совсем не так, как кажется на первый взгляд. Не следовало мне этого говорить. Спасибо. Вперед, шевелись! Туда...